Никаких дорожек. Ну, приятный аппетит. Вы были в Карелии. Мы делали этот аджак сандал. А мы его до этого никогда не делали, потому что Андрюха, ну, не особо любит баклажаны. Ну, он любит, как бы может их поесть, не то, что я их не ем. Ну, как бы вот, ну, не испытываю охеренной симпатии, прям не в восторге. Я говорю, давай сделай, вот как Оля делала. Ну, в результате мы сделали. И он сидит и жрет прям ложкой, пипец просто, понятно. Ну, как не в себя, да. И я снимаю это на рыбалке. Я говорю, короче, я как-то так сказала, что подсмотрели у Оли Щербининой, фамилию называю, оставляю на тебя вот это вот, тебя отмечаю, там, грубо говоря, но это в ТикТоке, как отмечаю или как сказать, да, внизу вот, отмечаю тебя, выкладываю это видео. Прилетает комментарий, что опять эту мразь упоминают, и через 4 часа нам блокируют это видео. Да ладно. Кто-то жаловался систематически, попробуй, видимо, это. Да. Ты офигеешь. У нас было это видео, и мы его делали. И нам его удалили. Все остальные оставили. Вот как ты берж поймал, вот это все. Как я удочку наебнула. Так они восстановили? Давай. А я не подавала вот эту вот всю херню. Апелляцию. Да, я не возмущалась. Я сказала, пошли вы нахуй, пидоры, я с говном не связываюсь. Вкусная получилась. Она обалденная. Не то слово вкусная. Вообще не то. Мне даже кажется, что я вкуснее рыбы не ела. Правда. Где она прям поджаренная, прям. Вообще капец. Прям. Она промариновалась великолепно. Прямо. Она не соленая. Бомба. Она не кислая. Она все вот. И не недосоленная. Она вот прям вообще. Классная. Очень. Как надобная. Как надобная. Помочь тебе? Кто тебе зашел, да? Аджак сандал. Да. Пардон. Мы его прям съели первым? Да. Мы много съели, но мы и много сделали. У нас и баклажанов было 5, помидоров у нас там было штук 7. И перцев, 2 перца у нас было, а нас было 2. И мы в результате вот сколько вот влезло, мы столько и съели, и на утро поели, ночевали мы на рыбалке. А потом еще и друзьям привезли. Эльвира ела, помнишь? Ну, Олька вот делает, ну, минимум, наверное, 4 килограмма, да? Мы такую чашку съедаем. Аж... Не на двоих же, за один вечер. На двоих. Да? Да, говорит, да. Мы-то уже привыкшие, столько есть. Святослав в комнате сидит. Святослав же сильно не любит на рыбалку. Мы часто вдвоем ездим. Андрей так вкусно ест. Вчетвером. Ну, вдвоем мы тоже часто ездим. Рыба реально огнища. Вообще даже передать не могу, она очень вкусная. За счет того, что она жирная. Ой, нет, ездите и что? Готовим вдвоем и едим вдвоем. Жаль, что ты мало ездишь, Светик. Очень жаль. В этом году мы с тобой на рыбалку вдвоем ездили даже больше, чем с кем-то разов. Нам хватит потихоньку, да? Нормально. Да? Что хватит? Ну, мы по картошке на двоих не съедим. Там 2 бачка. Почему-то. Ну, я нет. А если ты хочешь, я тебя верну, да, дать? Да, возвращай, да. Не хочу тебя лук откусить, я не хочу свой, хочу твой, можно? Отдай все, что у тебя есть, я помню, да. Ой. Ну, ладно, все равно завтра упала мыть было. А там будет на папу. Ты накапал там, да? Да, шашлык нет, ну, куда. Ничего. Спасибо. Там прям нормально так. Мне кажется, я даже до шашлыка не дойду сейчас. Я вот сижу и на эту тему тоже переживаю прям. Очень переживаю. Маш, не нужен. Пока, что переживаешь? Что? Шашлык у меня не влезет. А потому что хочется все, а рыба вкусная. Оторваться невозможно, а как бы... Да ну не нужен вам шашлык, он просто ужасный вышел. Отвратительный. Вы такого не хотите. Я вам не верю, блядь, что у меня все падает. Не только у меня это. Я ем через силу, только чтобы наесться. Фу, гадость. Правильно. Сынок, есть мать. Ну, волевой, волевой. Да, сила воля. Кремень. Рыба. Реально вкусная. Вы ее не передержали. Она не сухая. Ничего, я подниму потом.
Она никогда не пережаренная. Вот часто бывает, если передержали маленечко, она прям сухая, становится как песок, ее есть невозможно. Да, есть такое, как халва. Не проглотить, не выплюнуть. А это прямо ну, то, что надо. Еще она жирная, может, из-за этого тоже. Ну, скорее всего. Да. Она там горела. Просто ей жир просто не дал высохнуть. И вы ее запечатали. Она быстренько с одной стороны, а с другой стороны, а потом она протомилась, и весь сок остался, он у меня аж течет. Ну, то есть все правильно. У нас рыба, получается, хорошо готовилась на новых углях. На свежих прям. Поэтому и получилось так ее запечатать. На старых бы мы и не приготовили. Да. Вы все правильно сделали, молодцы. Да, она, может быть, сделала, но не была такая. Правильно, как ты говоришь, запечаталась. Она обсуша была. Это вот у тебя с этого потекло? А можно я выпью через край? Я вот это. А вообще как на соли эти помидоры-то? Нормально? Да, отлично все. А я не пробовала, не знаю. Ну вот, кусь сделай. Какой кусь? Ну такой. Оп. Вот такой еще и показал. Че, хаха? Очень вкусно. Держи, пожалуйста, тарелочку еще шашлычку. Давай. Невкусного. Хуёвый шашлык, когда висится. Отвратительно. Отвратительно вообще, мерзота. Приходится пихать через силу. Пихать. Такой гадости давно не ел. Да, вообще ужас. Да мы тоже, да, эти многоэтажки. Ну, хочется шашлыка. Ну, куда, как вот? Как-то... Негде его. На парковке делать. Только. Ну и тоже как, ну как-то это неинтересно, как его есть. А на природе, на парковке жарят. А на природе мы почему-то шашлыки не жарим. Ну, мы коптите за все там, время, чтобы интереснее коптить. За все время мы там на природе пару раз, наверное, жарили шашлыки, да? Но у вас копчение зато. Копчение, да. Там вот эти больше, наверное, блюда в этом. Сковородки. Казани? В Казани, да. Всякие вот эти Лена, которые делает. У Казани тоже так, большая сковородка. Ну, тем не менее. Дельгама, там еще всякое. Штуки всякие. Ну, где пригоревшие кусочки, это вообще. Да, тарелка полиняла. Которые пригоревшие, они вообще огонь, да? Румяная. Которые пригоревшие, они... Этот. У тебя не карбонат, у тебя же не огонь. Вот этот карбонат нижний? А что они? А мы-то возьмем, пожалуйста. Не пригорели от огня. Так они вкусные. Вон я с рыбой съела, мне самое, ну, вообще не могу передать. Она очень вкусная. Аж трясет меня. Да, карбонат. Нижний, да? Ну вот это... это все карбонат? Мне треть сюда. Можно от кусочка? Но он, это вообще огромный. Приятного аппетита. Давай я сейчас это...